В Южно-Казахстанской области началась обработка скота и хозяйственных помещений против иксодового клеща. Это переносчик особо опасного заболевания конго-крымской геморрагической лихорадки. Весной специалисты ветеринарных служб намерены обработать более 5 миллионов голов крупного и мелкого рогатого скота. Почти столько же на втором этапе, в августе. Напомню, с начала года в области 172 человека укушены клещами, но, к счастью, фактов заражения среди населения не зарегистрировано. Специалисты областного департамента по защите прав потребителей отобрали для анализов более 3500 клещей и обнаружили опасный вирус у 9 из них, и все в Казагурском районе. Поэтому отсюда и начались профилактические дезинфекционные работы. В этом году мы закупили препараты на 220 миллионов тенге. В общей сложности в санитарной обработке занято около 80 единиц примитивной спецтехники и 20 дуг. Привлечено около 800 работников.